Размышляя о месте православной церкви в жизни общества, размышляя о нашем отношении к православной церкви, нам стоит обратить внимание на какие-то положительные и отрицательные моменты, положительные и отрицательные явления в жизни православия. Что касается отрицательных явлений, которые заставляют нас, может быть, как-то настороженно относиться и к православию, и к православной идеологизации, то отрицательные явления следующие. Первое – это существенный разрыв между так называемым зрелым и народным православием. Народное православие это идеология, это иногда оккультизм, это мистика, это какие-то странные культурные и прочие идеи. Зрелое православие это православие как богословие. Так вот, к великому сожалению, народное православие, массовое православие очень слабо связано с православием как верой, ну, причем христианской верой. И процент людей, которые понимают православие как веру, и процент людей, которые исповедуют и используют православие как веру, очень невелик. А Большая же часть людей использует православие вот как средство саморазвеличивания, самоидентификации, как повод повоевать, побороться, погордиться или еще что-то. И вот этот вот разрыв который не преодолевается православной церковью, православная церковь в общем-то не предпринимает каких-то серьезных существенных попыток с этим разрывом бороться или отмежеваться каким-то образом от, в общем-то, вовсе и не православных с богословской точки зрения явлений, это существенная проблема, а существенная проблема почему Потому что, когда речь заходит о нашем личном столкновении с православием, нашей встрече с православием, с православной идеологией, то невелика вероятность, что мы встретимся со здравым, понимающим, что такое христианство православным. Велика вероятность, что под именем православия мы встретимся с какими-то чрезвычайно искаженными представлениями, и от этих искаженных представлений будем пожинать определенные проблемы. Следующая проблема православной церкви – это проблема такого низкого уровня воцерковленности, ну, это связано с тем, о чем я говорил, проблема того, что люди, в общем-то, готовы называть себя православными только по той причине, что, может быть, они однажды крестились, и, может быть, пару раз в год заглянули в храм, и, может быть, справили какой-то праздник, и не развиваются дальше. А в чем проблема в этом? Потому что человек уже назвал себя православным, уже считает себя верующим, уже отнес себя к определенной категории тех, которые надеются на хорошее отношение с Богом и на Царство Небесное, и при этом он автоматически отказывается от каких-то попыток осмыслить свое духовное положение, он отказывается от какой-то проповеди Евангелия, потому что считает, что ему проповедь Евангелия ни к чему, он уже и так православный верующий. И вот в этом состоянии низкой выцерковленности фиксируется, живет и умирает, так и не узнав, что же, собственно, такое православная вера. А следующая проблема, опять же, тесно связанная с предыдущей, это такое не, не очень развитое пасторское попечение в православной церкви. Это не значит, что оно не развито вообще. И есть православные общины, есть православные священники, которые достаточно большое внимание уделяют своим прихожанам, и которые активно работают для того, чтобы наставить и как-то вести. Но, к сожалению, достаточно велико количество церквей и общин в современном православии, где, собственно, вся православная жизнь сводится к вот, исполнению определенных треб в рамках храма, и какого-то личного наставления люди часто не испытывают и с ним не сталкиваются. К этому можно добавить и незначительная миссионерская активность православной церкви при огромнейших людских и материальных ресурсах, которыми обладает современное православие. В общем-то миссионерская деятельность – это деятельность вот людей, которых чуть ли не по пальцам можно пересчитать. А для многих а, миссионерская деятельность а, вспоминаю вот дореволюционную практику это даже не то ли, не столько проповедь Евангелия среди людей, не знающих Бога, сколько миссионерская деятельность как борьба с другими конфессиями и другими религиями. Нельзя сказать, что православная церковь совсем не осознает эту проблему, и в последнее время модно стало говорить о необходимости некой внутренней миссии, миссии даже среди прихожан внутри православной церкви. Но пока переход от разговоров к каким-то активным действиям производится очень и очень медленно. Еще одна проблема, может быть не глобальная, но тем не менее время от времени встречающаяся, это уже как-то упоминаемая мною проблема молодостарчества. Помните идею старчества? Старец – это человек, который из-за того, что он достиг бесстрастия и какой-то особой прозорливости от Бога, может руководить чужими жизнями. Но Часто люди, которые, у которых ни бесстрастия, ни прозорливости нет, а определенная гордость есть, берут на себя руководство чужими жизнями. И есть много в православной среде каких-то знаменитых старцев, есть много каких-то авторитетных людей, вокруг которых кучкуются определенные группы, в процентном отношении это не слишком значимое явление. Проблема в том, что как раз очень активные люди вовлечены в это. И как раз активные люди вот по таким, может быть, не всегда разумным, молодостарческим управлением могут создавать проблемы, конфликты, скандалы. И время от времени такие проблемы и конфликты в православной церкви возникают. Еще одна серьезная проблема православной церкви, проблема не новая, проблема, которой уже больше тысячи лет, это проблема обрядоверия. Помните, мы говорили о крещении Руси, когда на Русь пришел обряд, сложный, богатый, византийский обряд. И, конечно, за этим обрядом стояло богословие, но богословие усвоить сложно, обряд перенять легко – что многие люди просто поверили в православие как в обряд. Если я делаю правильный обряд, то все должно получиться. И фактически за тысячу лет эта проблема не была изжита фактически до сегодня встречается чрезвычайно распространено в такой в повседневной жизни это явление если я правильно сделал обряд поставил свечку куда надо молитву какую надо в какое время прочитал там особой воды испил, спил еще что-то сделал то вроде бы все и в порядке и люди надеются не на бога, а люди надеются на правильное исполнение обряда фактически это магизм. А фактически, это попытка манипулировать Богом, попытка манипулировать, ну, может быть, высшими силами, как бы некоторые сказали, просто с помощью манипуляции материальными вещами. Но православная жизнь устроена так, что очень много таких вещей, которыми легко манипулировать. Очень много обрядовостей очень много священных предметов, очень много там праздников, особых дней, ритуалов и всего остального, и легко зацепиться за все это, и легко так и оставить свою веру на вот этом вот уровне обрядов. Еще одна проблема, когда мы говорим о православной церкви, это проблема связана довольно новая проблема, связанная с вертикалью власти внутри православной церкви. Ну, Где-то вот сама церковь, может быть, отображает общественные тенденции, у нас в обществе а, любят говорить о вертикали власти, об укреплении вертикали власти. То же самое сейчас происходит и в современном православии. Если говорить о каноническом строе православной церкви, то там есть определенная независимость епископов, где все епископства, епископы обладают равным епископством. Там есть, если не демократичность, но все-таки некоторая значимость общин. Однако в последнее время православная церковь превращается во все более и более четкую иерархическую структуру. Может быть, самое яркое проявление этого ⁇ это несколько лет действующий приходской устав новый, по которому в современной православной церкви община не обладает вообще никакими правами все имущественные права, все там канонические права и так далее принадлежат епископу. То есть есть епископ, управляющий какой-то областью, и в этой области есть целый ряд общин со своими священниками, диаконами, прихожанами и так далее. Так вот, у общины нет власти. Епископ ставит священников, епископ снимает священников, епископ определяет все материальные вопросы, епископ может быть, даже ни разу не появившийся общине или появившийся там раз в жизни, он полностью распоряжается жизнью общины, и члены общины вообще не распоряжаются ничем. Это создает особую атмосферу церковной жизни, очень непохожую на атмосферу новозаветной церкви, как мы ее видим. И хотя некоторые в православии пытаются бороться с этим, но это буквально единица, большая же часть православной церкви приняла такую иерархическую схему и живет в рамках этой схемы, но ну и пожинает отсюда какие-то сложности. Ну, когда очень типичная ситуация, приезжает священник на новое место, создает общину, строит храм, все обустраивает, после этого священника оттуда убирают и ставят какого-то своего нужного человека на все готовое люди привыкли к этому священнику он хорошим был пастырем для них они радовались что у них есть такой священник его убрали поставили чужого человека которому ничего не надо и сделать с этим ничего нельзя и буквально каждый месяц вот то здесь то там вот все время такие скандалы происходят понравилась лекция вдохновились услышанным Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com Так что есть определенные негативные явления в жизни православной церкви, и нет, может быть, такой активной борьбы с этими явлениями. Здесь вот и вот разрыв между народным православием и зрелым, и слабая воцерковленность, и непонимание православия как веры, и обредоверие, и какой-то недостаточный иногда уровень священников, по попечения, миссионерства и все остальное. Все это есть православие, но при этом... 70% населения России отождествляют себя с православной церковью. И более того, православная церковь оказывается иногда достаточно привлекательна даже не только для людей, вообще ничего не знающих о вере, но время от времени там, протестанты, представители каких-то других конфессий уходят из своих конфессий и переходят в православие. И нам важно понять, почему, нам важно понять, где же привлекательные черты православия, несмотря на все эти недостатки, и чуть попозже мы об этом поговорим. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв семинарий.